Друзья, данный видеоролик несет исключительно информационно-познавательный характер и ни в коем случае не призывает вас к финансовым операциям. Любые инвестиции в интернете могут привести к потере ваших средств безвозвратно. Помните о рисках, играйте только свободными средствами, которые не жаль потерять. Друзья, вы находитесь на информационно-познавательном канале «Зарабатывай вместе». И специально для тех, кто хочет узнать, где и как можно подзаработать немного денег, я сделаю небольшой видеообзор данного проекта. Хочу напомнить, что каждый проект – это как лотерея, рыбалка или охота. Мы покупаем инструмент и пробуем словить удачу, каждый раз с уверенностью, что она на нашей стороне. Ссылку для регистрации на проект вы найдете ниже под видео, а также ссылку на мой телеграм-канал и чат, где о всех проектах вы будете узнавать немного раньше. Итак, друзья, хочу вам представить еще один проект, который я беру в свой портфель. Под названием Film Storage. Это переодетый партизан. Проект партизанил больше года. То есть на сегодняшний день съемки видео. Я его снимаю 24 ноября 2020 года. Проект уже платит 414 дней. Дата старта проекта 07.10.2019, то есть 7 октября 2019, и редизайн, то есть проект переоделся 06.11.2020, то есть переоделся 6 числа, ровно 2,5 недели назад. Работа, как мы видим, админа была долгая, хорошая, по всех блогах и форумах практически без нареканий, выплаты шли ровно, стандартно. Вот. На сегодняшний момент нам проект предлагает зарабатывать 2,1% сроком на 20 дней. Выплаты заявлены ручные с регламентом в 36 часов. Минимальный вход в проект от $10 согласно плану. Здесь есть пару планов, сейчас мы их рассмотрим. Вот. Платежных систем тоже заявлено много, но по факту, когда я входил, рабочая только одна, Perfect Money. Ну и, друзья, что я хочу сказать, любой проект, как и партизан, как и переодетый, как простой хайп, фаст, копилка, что бы ни было, все проекты имеют риски. Так что не забываем об этом, инвестируем разумными суммами и не забываем, что кроме рисков, есть еще и успехи. Так что, кто настроен, полный вперед. Так, давайте пройдемся по лицевой страничке. Вот видите, у нас сразу идут курсы валют на сегодняшний день. Все отображается в реальном времени. Все отлично. Дальше, вот у нас идут планы. Вот основа, с первого плана, видите, 2,1% на 20 дней. Минималка 10, максималка 500. Все, есть внизу как калькулятор для просчета. Так, планов, как видите, здесь много, но я считаю актуальным только первый и возможно. Даже нет, здесь возможно. Здесь я видел, еще помню, что такой интересный автерплан. Да, вот смотрите. Здесь есть на 120 дней, если посчитать процентик, так можно психануть. Довольно-таки интересно. И вот еще один минимум 100. На 180 дней, тоже под 8000%. То есть можно психануть. Кто захочет, пожалуйста. Я в такие игры пока не играю, не экспериментирую. Так, по планам разобрались. Поехали вниз. Есть видеообзор, можете посмотреть. Там предельненько все ясно. Но я вам объясню, тот тоже неплохо. Так, это себе знакомитесь, прочитаете. Здесь ничего такого нету. Заявлена реферальная система трех уровня 5-2-1, но по факту она осталась, как и было, когда он был в режиме партизанил, 1%. 1%, 1 уровень, больше ничего нет. Мы видим здесь живые участники, можно видеть число участников, топ-рефералы, депозиты и выводы. Все люди, я вот смотрел, вот даже я есть, видите его, вот, 7 Федор 7, вот мой депозит. $10. Вот. Я думал, что будет PR сделать в два этапа, потому что я привык делать с двух платежных систем. Но сейчас как бы буду делать с одной. Все, друзья.
заявленные, то есть вы поняли, Perfect Money, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Bitcoin Dash, но по факту только Perfect Money принимает. Что, в принципе, я не знаю, как это отреагировать, вроде бы неплохо, потому что получается, что у админа еще есть как бы время это все сменить, потому что здесь написано, что одни цифры, а по факту другие цифры. Я вам даже покажу, где есть. Вот, переходите в рубрику «Факт», «Вопросы-ответы», если вам надо будет. Здесь вы найдете все. Жаль только то, что нет русского языка. Все нужно читать на английском. И, в принципе, ну, можно пользоваться Google-переводчиком. Ну, смотрите, вот. Я вам покажу. Вот, что здесь пишется. Какая, то есть, реферальная программа рабочая. И вот здесь пишется. Бонус. 1% начисления. Комиссия от реферала активного депозита. То есть один депозит, 1%. То есть если там на $10 заполнены, значит будет 0,10 центов. На $100, то есть каждый депозит 1%. То есть здесь нету 5,3,2,1 или 5,3,1, что-то говорили. Ну, также вот я вам сказал, что выплаты ручные 36 часов, но они будут делать это все быстрее, стараться в 5-8 часов. В принципе, по отзывам я так и смотрел, что администрация действительно выплачивала деньги намного раньше, чем заявлено в регламенте. Так, все, давайте вернемся назад. Вот, ну это, в принципе, домашняя нить самая первая. Sync Up, вот это вот раздел вам надо будет для... Давайте нажмем. Вот, этот раздел вам надо будет для регистрации вашего аккаунта. Поняли, да? Здесь вы вводите свои данные, то есть заполняете все, что от вас требуется на английском языке. Нажмете подтвердить. Введете вот номер капчу сюда, нажмете, поставите галочку подтвердить и нажмете зарегистрироваться. Все. Мне этого всего делать не надо, я уже зарегистрирован. Я просто перехожу в раздел на эту кнопку, нажимаю логин. Подтвердить свои данные. Все, у меня здесь все автоматически заполнено. Я только единственное, что я увожу капчу. И подтверждаю. Вот, отлично, друзья. Мы попали в мой кабинет. Здесь все очень просто. Вот меня просят сделать двухфакторную аутентификацию. Ну, это я сделаю попозже. Немножко все не успеваю. Здесь видно мой депозит в $10. Здесь видно, когда я его сделал, во сколько времени. Ну, время по часовому поясу немного не совпадает с моим. Ну да ладно. Вот, начислений у меня еще нету. То есть есть активный депозит. Ну и все такое. И внизу вот вы можете видеть свою реферальную ссылочку. Опять же, список заявленных нам платежных систем, но повторюсь, по факту только Perfect Money. Может, в будущем все изменится, за этим надо следить и контролировать. Дальше, что мы здесь еще видим? Это то, что касалось аккаунта. То есть здесь можно редактировать аккаунт, как вы видите, двухфакторную аутентификацию сделать, настройку, ну и выйти из него. Все, для того, чтобы сделать депозит, вам надо будет перейти в раздел Make Deposit. Выбрать план. Вот видите, соответственно, галочка стоит. Если бы я выбрал вот этот вот, стал бы здесь галочка. Значит, я выбрал 2.1 на 20 дней, пропишу все. Ниже ввожу сумму, которую мне надо, там 10 или поменять там 20. И нажимаю на кнопку Spend. Сделать. И дальше вас перебросит на вашу платежную систему до того, пока вы не сделаете, не внесете деньги на баланс. Как только вы внесете деньги на баланс, вы окажетесь либо в своем кабинете, я уже не помню, либо через логин зайдете в свой кабинет и будете видеть свои начисления. Чтобы все увидеть точно, как, где вы что сделали, вы перейдете в раздел «Your Deposit», то есть «Ваш депозит». И здесь еще раз вот вы увидите свои данные. Вот, видите, у меня есть заявленный план, и опять же, в этом плане открыт мой депозит, пишется число, пишется дата, пишется все, а дальше все свободно. Депозита нет. Дальше, ну здесь рубрика «Рефералы» будут ваши партнеры. И здесь вы можете опять же найти вашу реферальную ссылку, но она есть у нас в аккаунте внизу, я вам показывал где. Ну и для того, чтобы вывести ваши начисления, которые вам будут начислены от ваших прибыль, вам нужно будет зайти в раздел «Windrow». Здесь у вас будет аккаунт баланс, появится какая-то сумма,
Здесь минимально допустимое на вывод 20 центов. То есть, после того, как у вас появится здесь минимум 20 центов, вы уже сможете сделать первый вывод. Здесь вы введете сумму, которая будет здесь, и нажмете на... Подтвердите платежную систему, с которой вводите, и нажмете на вывод. Там будет еще, возможно, кнопочка Confirm. Ну, в принципе, друзья, все. Здесь остается только надеяться на хорошую работу админа, который и так уже ведет этот проект 414 дней. Ну, после переодевания, как мы знаем, проекты еще могут работать очень долго. Ну, будем на это надеяться. Всем желаю удачи и хорошего профита. Все. Дальше всю информацию вы найдете, как я уже говорил, внизу под видео есть ссылочки для регистрации на проекты, есть ссылочки для регистрации на моем телеграм-канале, также есть ссылка в мой чат, где можете перейти в личный кабинет и непосредственно задать мне вопросы по этому или другому проекту. Все, друзья, желаю вам хорошего профита. До свидания. Друзья, данный видеоролик несет исключительно информационно-познавательный характер и ни в коем случае не призывает вас к финансовым операциям. Любые инвестиции в интернете могут привести к потере ваших средств безвозвратно. Помните о рисках, играйте только свободными средствами, которые не жаль потерять.